Приветствую вас, дорогие зрители! Чтобы не пропускать горячие новости, советую подписаться на канал и включить колокольчик. Президент Украины Владимир Зеленский отправил хозяину Кремля Владимиру Путину записку, в которой прописал условия мира. Посредником в этом выступил олигарх Роман Абрамович, участвующий в переговорах делегаций, информирует The Times. По данным СМИ, Путин в ответ на записку сказал Абрамовичу, чтобы тот передал, что он нас уничтожит. В Стамбуле Абрамович встретился с представителем украинской делегации Рустамом Умеровым и пресс-секретарем турецкого президента Ибрагимом Калиным. Похоже, они добились прогресса в будущих личных переговорах, которые должны продлиться на этой неделе, пишет издание. Калин, в свою очередь, предложил, чтобы Донбасс и Крым были в долгосрочной аренде Москвы, как Гонконг с 1891 по 1997 год у Великобритании. Абрамович и Умеров через Польшу прибыли в Киев, где встретились с Зеленским, пишет СМИ. Оцените качество новостей лайком или дизлайком, а также напишите комментарий. До встречи!